Hello! Привет, ребят, всем доброго времени суток. Ну что, ребятки, сегодня пятница. Всех, ребята, поздравляю, всех защитников Отечества, нынешних, действующих, будущих. Всех поздравляю, ребята, с этим праздником. Так, ну а у нас на нашей земле, на планете Земля, как обычно, подошел пятый день турнира. Он же заключительный, он же финал. Сегодня записываю очень поздно, припоздал, работал сегодня как военнопленный нахрен. Все отдыхают, а я работал. Короче, пойдемте посмотрим, что у нас там с пятым днем. Так, турнир. Турнир у меня топ-5. Смотрите, моя оборона. Вот такая оборона у меня. Так, последний день сражения, мощное усиление. Каждое усиление увеличивает атаку. Турнир на четверках без желтых. Посмотрим, что там у нас с обороной. Так, оборона. Оборона А. Ребята, да, оборона у меня тут очень много вытерпела. Ну, класс А, хорошо, ребята, не зря. Поначалу было так вот не очень, а потом, видимо, разошлось все хорошо. Я тоже особо не удивлен, потому что без желтых, а у меня оборона в 3 фиолетового, в 3 пул. В принципе, нормально, так и должно было быть примерно. Так, ну что, перейдем непосредственно к тапкам, ребята. Сегодня заключительный день, надо отмахать нормально вертушки. Постараюсь сделать 5 шотов, ребятки. Ну что, поехали к первому тапку, погнали. Ну что, ребятки, вот такой тапок я собрал. Вот такой соперник. Не знаю, ребят, попытаюсь все-таки на Шархая сделать ставку. Если первый бой не зайдет, то что-нибудь поменяем сами вместе, да? Ну что, поехали, попробуем. Опа-на. Погнали. Посмотрим, что там у нас с первым тапком. Уху, фиолетовых вообще на поле нет. По всей видимости, будет жарко. Ну что, давайте, как компьютер предлагает. Ага, прокинем. Хорошо. Ого. Ну давайте еще. Что он предложит компьютер нам? Ну-ка. Ну. Не. Не, ну в принципе, давайте попробуем. Ага. Что-то фиолетово вообще не хочет уходить. Так. Давайте четверку синюю зеленую. Так. Да вы издеваетесь надо мной, что ли? Хорошо, давайте вот так сделаем. Троечку. Ага, вот и фиолет подошел. Как бы не поздно бы это было бы, да, ребята? Ну, давайте сделаем так. Ой, господи, так, сделаем так. Откуда мы можем фиолет вырыть? По подсказке? Или вот так попробуем? Ой, господи. Да, по всей видимости, будет жарко, ребята. Так, ну давайте пробовать вот так как-нибудь. Взорвемся. Просто нету. Да. Основного камня нет, ребята. Увы. Увы. Давайте зеленый, когда пробовать. Что? Раз. Так, давайте красный, на фиолет искать. Да нету вообще камня. Вот чудо-юдо, а. Давайте зеленый так. Походу мы отъезжаем. Ребятки, отъезжаем. Ага. Блин, хреновое дело. Давайте я маленько вот так сделаю. Там пассивная. Единственное, что спасает, что команда там пассивная еще. Так, ребят, давайте так. Блин. Да. Весело. Ну что, будем по центру тогда работать. Бог там с ним. Проиграем, да проиграем. Вы сами все видели, ребят, вообще, ну, не заход полный. Просто не заход. Вот и все, ребята, приехали. Приехали, приехали. Ну, значит, будем менять тапок. Будем менять тапок. Больше я ничего тут не вижу. Да, 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 да. Давайте так фиолет прокинем. Да, да. Так, едем дальше, ребятки. Сейчас что-нибудь придумаем. Поехали. Ну что ж, ребят, возьму вот такой тапок, вот такой соперник.
Весь на альфа-сломе почти что, ну трое у него. Что, поехали попробуем? Надо взять себе волю в кулак и добить эти последние 4 тапка. Единственное, что нужно, помимо этого, еще чтобы камень был на поле, да? Давайте так спрокинем. Ага. Так, надо красный кристалл собирать и избавляться вообще от красного на поле. Давайте я взрываюсь. Не буду тянуть тут ничего, надо просто прокидывать поляну. Так, давайте вот такого комбо сделаем. Ага. Хорошо. Так, мне нужно заряжать синих, ребят. Синих. А давайте фиолетовый еще попробуем. Дотянем, не дотянем. Жестко вообще. 9 камневых, а найти не могу. Так, ну ладно. Давайте так сделаем. Походу, отчалили мы и здесь, блин. Борода полная причем. Так, давайте так. Ага. Ну все, отъехали. Ну, погнали. Так, заключительно сделаем такой ход. Ладно, даже не буду. Сбегаем, едем дальше, ребята. Выкупаемся. Поехали дальше. Ну что, вторая баранка была, да? Поехали. Это такой соперник, ребята. Будем доигрывать, бог с ним. Сегодня веселый, смотрю, день, бля. Ну и бог с ним. Давайте вот так сделаю. Не идет, хоть ты тресни нафиг. Давайте так сделаем. Ага. Так, давайте сюда. Окей. Давайте хотя бы этого лаптя хоть раз зарядим, блядь. Так, давайте так. Ага. Хорошо. Такс. И что мы тут можем сделать сейчас? Давайте вот так прокинем четверочку. Фиолетовый дособерем, не дособерем. Должны. Хорошо. Ну давайте раз, два, три. Так вот взорвусь. Ага. Давайте сейчас попробуем. Ну давайте в кедмана прокинем. Хорошо кританул. Так, давайте зеленый по центру. Так, с медведя активируем. Так, и что мне теперь тут сделать? Давайте так сделаем. Ага. Зарядим всех. Хорошо. Так, раз, два. Давайте подтащим фиолет. Ну, я думаю, мы должны там сейчас справиться. Если кританет. А, умрет сейчас. По идее. А, нет, не умер. Ну, давайте. Раз, два, три. Ага. Так, давайте вот так фиолет подтащим. Сейчас попробуем Кирилла с крита унести. Опа. Отлично. Отлично, хотя бы один тапок сегодня у нас зайдет. Так, давайте сюда. Ну и сейчас должны, по идее, и тут справиться. Ну-ка попробуем. Хорошо. Давайте так. Фиолетовый тут. Ну давайте. Надо заканчивать с ним уже. Раз, два, три. Давайте так, фиолетовый. Угу. Так, еще раз бафнемся. Да, первые такие фановые два тапка. Благо, турнир позволяет мне, даже еще с двумя нулями, мне кажется, я должен в топ-1 зайти. Наверное, должен. Посмотрим. Может быть, эти два тапка будут критические, не хватать очков мне. Ну, что я сделаешь ради веселья. Так, и что? Мы будем сегодня тут камень-то искать? Давайте желтый прокинем. Ага. Так, взорвемся. Хорошо, камень пришел. Ну что, давайте так. И слабо. Так, раз, два, три. Давайте так прокинем. Блин, надо под ним искать камень. Ну давайте бог с ним, синий так сделаем.
Угу, давайте зеленый. Как-то надо подсобраться ближе. Вон угол. Сместить все. Так, давайте зеленым прокинем. Отлично. Ну что, справимся? А, какой справимся-то? Все слетело, все пропало. Ну давай заряжаться заново. Долгие бои, конечно, долгие очень. Очень долгие, но что поделать? Никуда не денешься. Так, бафаем криты. И пробуем, что? Отлично. Так все и должно было произойти. Так все было задумано. Но хоть один бой сегодня выиграли. Ну что, едем дальше, ребята. Короче, ничего менять не буду, ребята. Буду с вами без пауз, короче. Давайте два тапка докидаем. Будь что будет. Топ-5, значит, топ-5. Сам накосячил, сам я грибу. Так, ну давайте кристалл. Сразу взрываю его. Кристальчик взрываю. Сейчас покомбим маленечко. Хорошо. Окей. Давайте раз, два, три, четыре. Синий кристалл взорвем. Так. Смотрим. Ой-ой-ой. Хорошо, он съел. Так, давайте подхил. Еще прокинем троечку. Опа. Не хватило. Ну да ладно. Давайте попробуем вот так сделать. Вот раз. Ага, фиолетовый еще один подошел, да? Давайте вот. Так, только вот вопрос. Ну давайте так четверочку, ой, тройку прокинем. Так, давайте фиолет. Хорошо. А, воскресился, да? Ладно, да. Ой-ой-ой. Медведя. С одной тычки. Хорошо, тоже неплохо, да? Ну, давайте забирать его. Сможем? Ну. Жестко. Тихо, ребят. Давай такс. Ну-ка. А что он такой жесткий, понять не могу. Интересно даже. Ну, бог с ним, будем пытаться что-то делать. Я даже не знаю, чем его можно забрать там. А что такое он жесткий, я понять не могу. Кто-нибудь мне подскажет? Там на альфа-сломах, что ли, все? Что-то я так быстро начал, но не заметил даже. Ну ладно, давайте, бог с ним, такс. Ага. Так. Давайте так взорвусь. Опачки. Так, полечиться я не успею. Да, да. Тяжелый случай, тяжелый. Ну, бог с ним. Как они отъезжают, я не понимаю. Что за дамага такая? Они без бафов, он с руки меня снимает. С ума сойти. Вот это жесть. Так, ну давайте, ладно, бог с ним. Так сделал. Все, хорош издеваться. Так, поехали дальше, ребят. Поехали дальше. Да, топ-5 у нас сегодня точно. 4 уже проигрыша. Ой, лучше бы, наверное, пропустил сегодня день просто бы. И то проще было бы. Так, ну что тут у нас? Что это за дерьмо-демон-то такой? Так, короче, это сразу в топку вся команда уходит. Сейчас будем думать. Короче, буду брать такс возьму. Нет, точнее, вот так возьму. Соньку возьму. Джунаида возьму. Кедмана возьму. Ну и давайте, в принципе. Такс. Кого бы тут еще взять-то? Кого бы тут еще нам взять? Ну хорошо, давайте возьмем. Так, атаку, да? Да давайте вот на атаку возьмем. И даже думать не буду, поехали, просто вот так вот сыграем. Будь что будет. Нормально. Неделя прошла, в принципе, неплохо. Турнир-то как бы нам зашел. Это, наверное, моя спешка под конец вот сегодня. Ну я что-то даже особо-то и не расстраиваюсь. Так, ну что, давайте красный прокинем. Ага.
Так, что тут сделать-то можно такого по Шурику? Давайте так сделаем, синий потащим. Ага, этот Альфа еще там, да? Так, ну, давайте так сделаем. Угу, так, давайте синюю тройку. Хорошо. Ну и давайте работать, короче, вот так, так сделаем. Сюда же скинем троечку синюю. Так, давайте Кедмана попробуем побыстрее подсобрать. Ага. Хорошо. Так, давайте вот сюда фиолетовый. Ага. Отлично. Живем? Ага, может быть, и не живем. Ну-ка попробуем. На крополях, короче, совсем на крополях. Давайте синий. Ага. Ой-ой-ой. Давайте вот так сделаем. Ага. Мне нужно срочно красный, да? Так, давайте Джунаида. Вот, блин, конечно, сейчас... Опа. Ой-ой-ой. А, ну все, конечная подошла. Конечная почти что подъехала. Давайте так сделаем. Ага. Ой-ой-ой, ну бог с ним, бог с ним. Мы старались, мы старались. Воскресился, да? Ну, хоть что-то с ним поделаешь, скажи мне. Ну, давайте так. Мимо, мимо, все мимо. Тут мимо. Так, добьем мы его. Ага, добили. Ну, давай так. Короче, пятый день такой. Веселенький тоже. Ну, ладненько. Ну что, ребят, вот такой турнир. Сегодня, в принципе, такой. Не заход полнейший. У меня сегодня раз, два, четыре проигрыша, одна победа. Ну, в принципе, насрано на этот турнир. Топ-5 есть, уже хорошо. Не зашло изначально, что теперь плакать, да? По глупости, не по глупости, ну вообще по фиолетово. Короче, я еще раз говорю, что топ-1, топ-5 награда не шибко отличается, а то бывает лучше. Так что так, ребятки, ну что, еще раз всех поздравляю, ребята, с Днем защитника Отечества. Будьте все здоровы, ребята. Хороших вам всем выходных. Всем пока-пока.